Железногорский спутник ГЛОНАСС-М вышел на орбиту. Как передает Интерфакс, аппарат успешно отделился от разгонного блока фрегата и вышел на целевую орбиту. Представители войск воздушно-космической обороны сообщают, что все бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Отмечу, что ранее в пресс-службе информационных спутниковых систем сообщали о планах в этом году вывести на орбиту 5 космических аппаратов серии ГЛОНАСС-М. Сейчас на предприятии изготовили 3 спутника.